Сильнейшие европейские пляжные волейболисты приехали в Сочи, как мужчины, так и женщины. Организатором турнира стала Всероссийская федерация волейбола при содействии Министерства спорта России, администрации края и города. В четвертом раунде континентального Кубка Европы участвуют 8 стран. Россия, Латвия, Франция, Англия, Белоруссия, Словакия, Швеция и Бразилия. От каждой из них по 2 команды. Спустя эти годы мы пляжный волейбол вернулся. Естественно, как летний вид спорта, что как не пляжный волейбол, больше подходит к летнему курорту, к морскому курорту. Построена прекрасная база, подготовлены площадки, созданы все условия для проведения соревнований мирового уровня. С утра на кортах женские полуфиналы. Зрителей мало, но игра захватывает с первых минут эмоционально и динамично. Сразу же спортсменки из Латвии начали отрабатывать каждый игровой момент, увеличивая счет. Но, несмотря на то, что в первом сете преимущества были на их стороне, игра давалась с трудом. Накануне они даже не протестировали сочинские корты. Вчера нам не удалось потренироваться. Приехали очень поздно вечером, и это было видно. Мне надо было легче выиграть, лучше результат, но было трудно. Скажу. Да и сочинская жара мешала латвийкам идти к своей победе. Это при классическом волейболе температура в зале не должна превышать плюс 25, а для пляжного волейбола температурные ограничения не предусмотрены. Зато спортсменки из Швеции были всем довольны. Казалось, что они играют легче, однако результат на табло показывал второй результат. Здесь все замечательно. Теплая погода, теплое море, отличные корты. Ничего не мешает показывать хорошую игру. Шведки все-таки проиграли латвийкам. Ключевая ошибка, признались сестры-близнецы Сюзанна и Кристина Турин, в подаче. Им не удалось выполнить лучшую подачу, но это не помешало им раздавать автографы и фотографироваться с болельщицами. Праздник пляжного волейбола состоится в Сочи и через неделю с 7 по 13 сентября. Здесь, на кортах Центра пляжных видов спорта, состоится этап мирового тура FIVB «Сочи Open». В нем примут участие сильнейшие пляжники со всей планеты, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, а также лучшие представители России. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.